Сегодня поселок Минкино на той стороне залива от Мурманска. Тут движуха полным ходом, храм стоит, там кто-то что-то палит, да, или просто костер, или сжигает мусор. Там огородики сажают, в общем, село живет. В принципе, я только за этим приехал. Здесь храм красивый, деревянный, там, не знаю, дом священника, храм великомученицы Варвары, 150В. 150В, я не знаю, что такое здесь, что значит 150В. Там воскресная школа. И еще воскресная школа есть. Вот такой видок от храма. Сам храм, ну, мне кажется, самое главное украшение этого поселка – это храм. Действительно красивый, такой в русском стиле сделан. Народ-то все трудится. Какая-то организация «Полярный берег», кажется, называется. А, 150В, это, видимо, номер дома. 150В, это вот здесь. 148В. Какие-то у них названия странные. Нумерация, точнее. Ну, и, как обычно, свалка. Качельки. Здесь дома. Интересный кирпичный домик. А тут они все такие. Там дальше тоже кирпичные дома. Там пятиэтажка. Такой поселок. Красивый. Концы интересные у них. Большие. Всю комнату, наверное. Интересно, такие колоритные развалины тут стоят. Наверное, какие-то рыбацкие домики были, не знаю. На это не пойду. Здесь на берегу заброшка какая стоит. Ну, может, не заброшка, на это не пойду. Еще домик в кустах. Какая красивая панорама, но это дом жилой. Огородики у них. Все красиво так. Дети тут где-то бегают. Такие своеобразные теплицы у них. Там клубника растет, еще что-то. Вот такой домик примечательный. Стандартной детской площадкой. Кораблик. Качельки. Ой, все ухоженное. Петочки. Какой красивый особняк. За этим странным забором, скорее всего, огородный участок. Да, там теплица, он торчит.
Вот такое вот интересное сооружение. Интересно, что это? Что это может быть? Пишите в комментариях. Даже что-то закрывалось такой цепочкой. Вот такое странное сооружение с окошком. Честно говоря, не знаю, что это такое было. Вряд ли пойму. Ну, строился для чего-то такого важного, потому что вот здесь блоки такие бетонные. Даже розовые кирпичи для красоты, видимо, выложены. Окошко. Тут, не знаю, наверное, выбито было там вот дырка. Все, больше непонятно. И здесь вот типа фундамента такого. Крапив, короче, молоденько. Какая-то фирма была, что ли? Да, скорее всего, коровник. Ну, как и все у нас развалено, к сожалению. Такой вот коровник. Было еще. Сегодня они еле пили этих штук. Даже чердак есть. Пузырьки жидкостью. Ну, вода подавалась. Настил не нравится. Деревянный такой. Да. Я думал, здесь надпись хотя бы останется. Все сорвали. Здесь у них красиво, по коровникам зайти.
Вот он сам коровник. Вот окрестности. Тут народ отдыхает, видимо. Так, это похоже на землянку какую-то или убежище. Потому что такой бугорок, на нем такой вот сооружение, не знаю, что это, видимо, выход для воздуха. И вниз склон. Тропинка даже есть. Может, бомбоубежище какое-то старое. Вот здесь плиты бетонные. Не видно или нет. Здесь вот, да. Бетонка лежит. Сейчас я пойду вокруг. Обойду, может. Ой, вот бетонка с застывшим раствором. Осталось. Там какая-то бочка лежит. Вот. Тоже что-то такое. Там, видим, дом новый стоит. Или... Там за забором. Да, входа здесь нету. Скорее всего, вот тот лаз, это и есть вход. Не знаю, что это. Кто знает, пишите в комментариях. Ну, это уже современное строение, огорожен забором, я туда не полезу. И тут очень мокро, хотя вокруг этого забора тропинка. Так хорошо протоптано, народ ходит. Да, вот там есть видно, там теплицы стоят. Хотя нет, это гараж стоит, там вот теплица такая большая. Гараж, дорога. Да, тут гаражи. Гаражи туда. Низкая дорога, но это туда. Желания не имею идти. Иду в сторону кладбища Минькинского. Ну, кладбище, скорее всего, выложу в отдельном видео. Ну, вот такая дорога. Ну и тут сооружение постройки. Ладно, пошел я к ферме и вверх. Собака за мной наблюдает. Куда я иду, он туда смотрит. И иногда рычит. Тут кого-то съели. Кость. Ну, на тропинке прямо. Тропинка. Кость обглоданная. Да, вход не нашел. Вот этот бетон. Кстати, там пологая внутри. И вот этот вход. Скорее всего, не знаю. Сейчас я подсвечу телефон. Очень длинный. Ого, там реально вот видно слой, бетонное перекрытие такое. А тут лаз стороны перекрыли вот деревяшкой. Что это интересно? Может, канализация какая-то для мусора? Для отходов каких-то? Или реально бомбоубежище? О, там какая-то яма бетонная. Ладно, это не полезу. Туда. О, еще такое же. Что интересно, это напишите в комментариях. Еще один вход. Да, сейчас там вода, вон там я вижу дохлую лягушку. Вода капает, кап. Вот такое место интересное. На самом деле, что это? Такая заброшенная ферма. Что-то от чего-то осталось. Там ворона каркает.
Как-то мне немножко здесь жутковато находиться. Что это? Здесь какой-то комплекс, целый комплекс, как все будет. Столб, скорее всего, забор. Чтобы коровы не разбегались. А тут кто-то себе шалаш делал. Стройка такая. Фановая была крыша. Даже стекло зачем-то. Хвороста много. Видимо, ухаживали за территорией. Ненужные деревья спиливали. Да, спиливали именно. След пилы. Кстати, они новые. Они такие старые. Скажу, может, странную вещь, но вот в том подземелье, если кого-то убить, туда ему раскрыть, никто же не найдет никогда. Тот туда полезет, туда и не залезет вовсе. Ладно, здесь вот дорога была, вела к ферме. Ведь народ работал, молоко давали коровке. Все разрушили, к сожалению. Кстати, рядом с этой фермой еще одно здание заброшенное. Такое вот высокое, скорее всего, административное было. На, я попробую к нему пробраться. Все так цивильно сделано. Идет там скребется в этой заброшке. Мышки, наверное. Ферме. Тут проход бетонный. Строили на века. Получилось ненадолго. Забрался во второе здание. Здесь вот тоже корову нарисовал даже. Какое высокое. Толки высокие были. Оп, здесь уже протекает все. Так, что там? Тоже дырки. Рамы стоят. Вот это были пригодны. Интересно, чем это эти лозы? Что там было? Да, рамы. Вот здесь еще тоже рамы были. Судя по всему, их разбили камнями. Пожалуйста. Такие мародеры. Здесь что это за подземное сооружение? Жили канализация не было. Там снег еще лежит. Как бы здесь где-нибудь не провалиться. А место красивое. О, бочки какие-то. Пахнет смолой, наверное, смолу здесь топили. Или варили, как, не знаю, как это называется. Когда-то здесь жизнь кипела полным ходом. В таком красивом месте я бы с удовольствием работал бы. Это внешний вид. На камне сделано. А нет, это не камень, это бетонные
это было. Кто-то написал даже «Осторожно, вода». Ребятишки, наверное, гуляют. Пиво пьют. Это еще одно здание. Это, скорее всего, административное было. А может, сторожка. Вот такой пеньки. Подвал. И все, тут больше ничего нет. Одна комнатка была. Это что такое? Какие-то нитки. Или... Да, какие-то тряпки. В общем, так. Здесь такой вид. Вот они, руины цивилизации. Да. Кому все это помешало? Люки здесь интересные, зеленые какие-то. Там еще один такой же видел люк. Я пробовал поднять, да, он тяжелый. И вон так, дорога. Тут иду вверх. Нашел что-то еще интересное. Бетонное покрытие. Я не знаю, что это. Ну, как обычно. Сам, если я понял, что это терятник был, ровник здесь. Совсем непонятно. Пишите в комментариях, что это. Что здесь было. Стены метра 3 здесь. В вышину. И метров 5. Ну, вот этот лаз. Вот такое. Там же эти перекрытия уже обвалились. Хоть бы год написали, когда это было построено. Обычно выкладывают с кирпича. Здесь ничего кирпичного. В бетоне. Бывает, царапают. Вот. Да, это создают. Решил пройтись лесом, набрел на экскаватор. Экскаватор в лесу. Один. Интересно. Где хозяева? Что здесь роют? Экскаватор без номеров. Не знаю, нужны ли номера для экскаваторов. Вот оттуда он ехал, что-то здесь выравнивал. Куда дорогу строить? Вон оттуда. Он шел, наверное, под лэпом деревья вырубают. Хотя экскаваторами. Я далеко, туда не пойду. Под лэпом он все растет, он даже. Скорее всего, это не действующая линия. Вот сосна прям врезалась. Провода. Такая интересная картина. Лес и экскаватор. В принципе, еще 2 километра мне идти до дороги. Не так далеко. Интересно, если это канализационный люк. О. Зачем он здесь? Наверху. Это вышел от Минкина наверх сейчас. Далеко уже от дороги основной, Питинской. И по дороге наверх сначала такие вот канализационные люки. Мне вот интересно, откуда и зачем они здесь нужны? Что это за... Здесь канализация такая. Откуда она идет? Ведь там наверху лично. Там нет ничего. Это остановка вот, Кладбищенская. Такая вот. Что здесь за канализация? Ведь вот... Там же наверху нет никаких поселений. Поселение есть вот там, Брамыс. Там Минкина. Там дальше уже главное и прочие поселения идут. А это зачем? Меня это не понятно. Кто знает, напишите в комментариях. Уже шум дороги слышно. Машины есть.